Здорово, красавица. У нас третья попытка. Как огурчики были. Просто супер. Такие пикантные. Подвезешь меня? А тебе куда? Мне в Чатсворт. В Чатсворт? Ты ловишь машину на Бербан-Бульвар весь день, пока кто-то не подвезет тебя в Чатсворт? Туристы обожают меня возить. Я изюминка их отпуска. Они будут всю жизнь потом рассказывать о голливудской девушке-хиппи, которую они подвозили на киношное ранчо. Ты имеешь в виду ранчо Спана? Да. Так тебе нужно на киноранчо? Ага. А зачем тебе туда? Живу там. Одна? Нет. Вместе с друзьями. То есть ты и еще друзья вроде тебя, вы все живете на ранчо Спана? Да. Ну, запрыгивай, отвезу тебя. Ура! Надо вон туда и на Голливудское шоссе. Я знаю, как ехать. Ты что, старый ковбой, который там снимался? О, как. Чего? Просто удивился, как точно ты меня описала. Старый ковбой, который снимался в фильмах на ранчо Спана. Так ты, значит, снимался в вестернах в старые добрые времена? Ну, если старые добрые времена – это телесериалы 8 лет назад, то да. Ты актер? Нет, каскадер. Каскадер. Ага. Это гораздо лучше. Почему гораздо лучше? Актеры фуфло. Ого. Они говорят то, что им пишут другие, и понарошку убивают людей в дурацких сериалах. А тем временем люди гибнут каждый день по-настоящему во Вьетнаме. Know you better. Just swing your books and chewing gum. I'm looking just like the TV come. Hey. Хочешь, я тебя отсосу? Сколько тебе? Что? Лет, говорю, сколько? Ну, вообще. Такого у меня уже давно не спрашивали. Ну так ответь. Ладно. Будем играть в детский сад? 18. Полегчало? А документ какой-нибудь есть? Водительские права, например. Ты шутишь? Ни капли. Есть документы, подтверждающие, что тебе 18? У тебя их нет. Ведь ты младше. А ты умеешь обламывать? Мастер. Да. Я не слишком молода, чтобы трахаться. Но ты слишком стар, чтобы трахнуть меня. Я слишком стар, чтобы садиться за совращение. Я всю свою жизнь на волосок от тюрьмы. Если сяду, то не из-за тебя. Только без обид.